Ребята, напоминаю, что Кот создал свой клан 1xbet и хочет вывести его в топ. Помогите ему в этом. Прием 4300. Хэштег на ваших экранах. Он постоянно кикает неактивных. У них там бонусы, у них там большие выигрыши ждут вас. Выигрывайте у них. 1xbet. Хэштег на ваших экранах. Приятного просмотра. Ну что, ребят, я немножечко отдохнул от прошлого ролика. Давайте включим снег, чтобы было приятнее смотреть ролик, чтобы было мне приятнее играть. Вот, такая атмосфера будет немножко. В общем, сегодня на аккаунте Хабиб вы, скорее всего, увидите последнее открытие сундуков. Ну, максимум предпоследнее. Но я думаю, что сегодня последнее. Потому что лучницы и мини-пека, ну, по идее, должны уже пойти на максимальный уровень. Единственное, что мне не хватит золота. Но я потом золото докуплю, задоначу еще раз задоначу, но не сегодня. В общем, надеюсь, что сегодня последнее будет открытие. Надеюсь, этого будет достаточно. Пожалуйста, влепите лайк. Подпишитесь на канал и придите сегодня ко мне на стрим. Ссылка на канал для стримов будет в описании. Сегодня буду апать Хабиба на 4900. Поэтому буду вас всех ждать. Надеюсь, что будет интересно. Скорее всего, ребят, я мини-пеку не прокачаю. И, возможно, мини-пека так и останется 12-го. Я не знаю. Вот, ну потому что тут еще мини-генераторы, и как назло, вы сами видите, падают именно они, потому что мини-генераторов мало, почему-то лучницы еще не выпали. Лучницы уже сейчас будут доступны мне на 13-й, о, видите, не, мини-пека падать тупо не будет. Поэтому мини-пеку однозначно я не дофармлю, очень, конечно, жаль, очень жаль. Давайте посмотрим, сколько мне еще, ой, мини-пеки еще очень много. И два раза мне надо выбить лучниц, в принципе. Два раза, но как назло, вот видите, они не падают, потому что другие карты у меня плохо прокачаны. Это очень странно. Не, хотя это не странно, то есть у Supercell, возможно, есть там скрипт, да, какой-то, что с сундуков должны падать карты равномерно на все, то есть чтобы прокачка была плюс-минус на всех картах одинаковая. Но это же сундук, он создан для того, чтобы падало то, что, ну, фортуна, да, то есть то, что в лотерее этой должно падать. Ну прям так не везет, вот, вот прям не падает и все. Все, отлично, лучницы, 13 левел. Ну, мини-пека, ребята, это ужас. Это первый раз, да, за сколько сундуков? Сколько я открыл сундуков? Да ну много открыл сундуков, и только первая мини-пека. Ну давайте сейчас несколько еще сундучков откроем. Просто я однозначно, наверное, сейчас куплю золото. В общем, сейчас посмотрим. Если будет фармиться, я дофармлю. Возможно, еще докину сегодня гемов, дабы уже закончить этот... Ну, прокачку эту и вообще в целом закончить уже Хабиба, довести до конца. Но я... Не, не хватит, не хватит. Блин, я... 9к гемов мне надо было, чтобы прокачать сейчас. Вот реально полезнее бы было бы сейчас потратить гемы на золото. 9к гемов бы я потратил бы сейчас на 200к золота, прокачал бы лучницы выше балла. Это бы было бы куда полезнее. Я мини-пеку, ребята, сегодня как бы я не хотел, я 100% не прокачаю. Поэтому смотрите. Я сделаю следующим образом. Я покупаю... Да, я покупаю. Я покупаю 100 тысяч золота за 4500 гемов. Так, и прокачиваю. Вот тут надо подумать. Лучниц или вышибалу? Лучниц или вышибалу? Вот тут надо подумать, что мне будет более полезнее. Я думаю, что лучниц, но это комонка. Вышибала, он и так мощный вроде как. Да, а чё он? Блин, не знаю. Я думаю, что все-таки лучниц. Или все-таки выш... Какая разница? Я думаю, что мне все равно прокачивать вышибалу со временем. Я думаю, лучниц. Просто это все-таки контр по воздуху и... Да, лучниц на 13-й. Все, замечательно. Давайте поменяем местами вышибалу с лучницей. Вот так, отлично. Осталось две карты прокачать. Ну, мини-пека, скорее всего, ребята, останется 12-м уровнем. Либо уже потом победитель сам, я не знаю, откроет сундуки, потому что, ну, это, скорее всего, было последнее открытие на этом аккаунте. Осталось прокачать вышибалу. И, в принципе, колода на 99% прокачана на максимум. Поехали в бой, посмотрим, что получится. Хотя, что тут смотреть, изменилось только то, что лучницы на один уровень стали выше. А так, в целом, я думаю, все будет так же, как и в прошлых катках у меня в прошлом видосе. Фух, ну, погнали. Надеюсь, будет легко. Так, мини-пека. 11-й эпики. Да ну нах. Не верю, я не верю в это. Неужели тут есть такие игроки? Тычку. Найс, да, пацаны, 11-й эпики, вы представляете? До этого я играл против фуловых, сейчас против 11-х.
Фух, ребят, ну, я думаю, что вы сегодня придете, да, на стрим, потому что на Хабибе, вот, это последние стримы, вы больше не увидите Хабиба, я его разыгрываю, я отдам кому-то из вас, какому-то победителю, кто участвует в розыгрыше, поэтому придите, посмотрите, до скольки кубков я апну, мне будет очень приятно, если вы поддержите, потому что я долго на нем не играл, долго не стримил, потому что... Я его подготавливал, и это было трудно, я думал, что у меня не получится, я не сделаю эту прокачку, где возьму золото, мне надоело донатить гемы, их все равно минуснут. Я думал, что, ну, будет миллион причин, но я его не прокачаю. Но я это сделал, я довел и, ну, до конца его практически, но осталось только кубки апнуть. Так, вот сейчас вообще идеально, чикс и все, да? Ох ты ж, сука, ладно. Тут разряд. Шикарно, шикарно, просто идеально. Задефались, урон практически не получили. Плюс сейчас еще мини-пека перейдет в контратаку. Фаербол кидать на ведьму не буду. Хотя можно было бы, и я бы, скорее всего, полвышки бы забрал. Но я ж помню, у него сборщик, поэтому надо фаербол на сборщик. Так, ну тут вышибалу, потому что без вышибала большой урон пройдет. Так. Пламенного дракона у него еще, по идее, не должно быть по циклу. Но зато он кинул принца. Как чувствовал, что я сейчас... Ага, еще и ракета. Буду знать, что ракета у него есть. По-моему, ракета по королевскому гиганту не попала. Так, тут у нас электродракон. Тут у нас мини-пека. Так, отлично. Здесь ставим печечку. Тут используем разрядик. Хорошо. И, в принципе, неплохо, неплохо. Я его так неплохо продамажил, да? Да я даже практически вышку снес. И при этом я еще урон не получил. Осталось меньше, чем сейчас 30 секунд, да? И я, в принципе, могу завершать этот поединок, добивая его вышку фаером. Ну, или, я думаю, возможно, печка добьет. Так, давайте просто only death сейчас не атакуем. Тут поставим печку чуть-чуть подальше, да? Вот так, во, вот так, во, отлично. Тут накинем фаербол. Просто электродракон — это козырь в этой колоде. Это спасение этого аккаунта, ребята. И, блин, я честно завидую победителю, который заберет этот аккаунт. Потому что, ну, если бы мне кто-то бесплатно бы дал такой аккаунт, уже прокачан, я бы был бы рад, безусловно. То есть, если бы я, ну, реально, бескорыстно. То есть, было бы классно, конечно. Но дело все наоборот, разыгрываю я, а не... Точнее, раздаю я, а не мне. Ну, я на нем наигрался, в принципе. Мне он попросту не нужен, знаете. Я бы мог его оставить себе. То есть, мне не обязательно его вам отдавать. Но я просто понимаю, что я на нем играть не буду часто, да. Потому что я вообще в рояле играю редко. Только на стримах и на видосах. Вот. И в основном это основной аккаунт. На твинка очень редко захожу. Только в процессе прокачки, когда вот прокачивал арену, да, с самого начала. Вот это интересно было. Когда уже он на высоких кубках, я уже, ну, не особо так азартно играю. Поэтому, ну, что он будет просто пылиться, да, и пропадать аккаунт, если кто-то из вас, может быть, хочет его сильно получить. И, собственно, получит бесплатно и будет на нем играть в удовольствие. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что участвуют в розыгрыше те, кто, ну, будут реально... ценить аккаунт. Вот, а не так, лишь бы поучаствовать. Так, ладно. Это мы немножко отклонились от темы. Против нас спеллбейт, мой зап не убивает бочку. Так, ладно, придется ставить печку на левую сторону. Так как принцессу нечем убивать. Ну как нечем, я мог еще одну тычку сделал. Так, окей. Ты будешь... банду гоблинов, а эту бочку кидать. Все отлично, вы видели, 0 урона вышибала. Ай-яй-яй, получит сейчас по роже. Так, ладно, ракету он слил. Я думаю, что сейчас он без эликсира сидит. Я думаю, что можно сейчас зайти неплохо. Так можно так неплохо зайти. Так, готовим сейчас разряд на банду гоблинов. Давай банду гоблинов. Что-то не дает банду гоблинов. Может, у него нету банды гоблинов. А, вот она, в атаку пошла. Так, хорошо, неплохой урон выдал кор-гигант. Так, ставим печку. Блин, я бочку не задеф. А, нет, задеф, и двойной эликсир. Оп, отлично. Ну, не совсем отлично, но хотя бы не минус вышка. И ракета, по-моему, еще не добивает. Так, теперь вопрос, как мне правильно сделать атаку? Так, тут однозначно фаербол, однозначно. Так, хорошо.
Здесь закидываем королевского гиганта. Ну, по идее, я не знаю, может Инферно у него? Я не пойму, какая у него еще карта. Да, Инферно. И, блин, он сейчас не даст мне кас сбить. Прикинь, не дал кас сбить. Да, тупо банды гоблинов задефал. Ну ладно, накидываем пацанов, накидываем пацанов. Так, тут у нас разрядик. Так, и сейчас, короче, блин, я боюсь, что я не успею добить вышку. Я боюсь очень сильно, переживаю за это. Я реально не добью вышку. Я реально ее не добиваю. Мне тупо немножко не хватает эликсира. Опа, опа, добиваю. Давай. Отлично, он выбрасывает ракету. Так, все. Собрались и тащим. Фух, повезло. Так, ставим печку. Хорошо играет соперник. Хорошо, прям не тратит зря ничего. Карты выбрасывает так, как положено. Так, тут у нас вышибал. Интересно, ракета полетит на вышибал? Да должен. Должна ракета полететь. Хотя нет, не летит. Кинул так, что не достаю я этим фаерболом. И по вышке, и по принцессе. Так, тут у нас кор-гигант. Так, ну, разряд однозначно. Блин, он переагрил. Тут фаер. Так, нормально, неплохо. Так, вышибал еще живет. Ух, ему тяжело против моей прокачки. Я его понимаю, но ничем помочь не могу. Мне надо как-то подняться по кубкам. А чтобы подняться, надо играть. Логично. Поэтому вот приходится ему терпеть меня. Потому что я долго не играл. Так, ну что, тут разряд и фаер. Все, ребята. На этом буду завершать, оставлю контента для стрима, а то на стриме будет нечего поднимать. Сейчас все на видос апну. У меня уже почти 4700. Ну, с такой прокачкой, конечно, это, ну, грех хвалиться, потому что, камон, 4600 фулл прокачка, это ни о чем. 4900 надо, но я буду стараться выше. В общем, ребят, подписывайтесь. Последние стримы, последние видосы на Хабибе, и мы с ним будем прощаться в скором времени. Спасибо вам, что смотрите, спасибо, что ставите лайки. Увидимся сегодня на стриме. Ссылка на стрим в описании, на канал для стримов. Всего хорошего. До скорых встреч.